Вот очередной раз на кораблик Борис взял жереха. Пытается подвести. Ну, жерешок такой. Более-менее хороший. Сейчас попытаемся его снять. Вот, видите, потихоньку идет. Шурик приготовился с очком. До этого уже так немножко, наверное, десяточек он взял. Я покажи. Вон кораблики плавают. Вот Борисич пыхтит, подтягивает. Вон Шурик пытается его с очком. Пока не хочет идти. Вон он идет. Хороший жерешок. Все, он наш. Вот, сейчас попробуем. Да, вот он какой. Так, под трешечку, наверное, есть. Счастливые все. Борисича мечта сбылась. Наконец-то он в Астрахани. Я не могу взять его. Наловил жереха. О, какой красавчик. Да, да, хорош, хорош. Вот таким способом сегодня разловили. Ну, поздновато начали. Время завершается, отпуск. А так, в принципе, все хорошо у нас. Сегодня душку отвели. Ну вот, как-то так. Вот она река. Жерех что-то перестал так сильно бить. Ну, иногда попадается. Все, всем пока. На красную? На желтую.